Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 7 сентября 2014 года, день города Москвы, и я, соответственно, иду в центр смотреть, что там есть интересного. Так, в центре города, так, ладно, мчимся туда, время сейчас 1:30, кстати, все, вперед. Это парад военных оркестров, идет он по Тверской, они сейчас направляются в сторону Красной площади. Довольно-таки интересно, людей немерено здесь. Кстати, это сейчас на Пушкинской площади происходит, да, как бы так. Забили. Люди отдыхают, в общем, ходят туда-сюда. Всем интересно, но кто-то уже даже отдохнул. Спят усталые игрушки, книжки спят, да-да-да, вот так вот. Здесь даже раздают бесплатно сок. Халява. Халява. Кстати, обалденный сок. Так. Обалдеть, ну, сок пали. Свежая мякоть, на самом деле вкусный. Вообще бомба. Thank you.
вот сейчас мы на Лужниках. Идем на концерт в Лужники. Так. Так, солнце светит прямо очень ярко. Так, ладно, идем туда. Ой. Ну, народу здесь тоже немерено, конечно. Сашенька, будет все, как ты захочешь. Да ладно, все это разговоры. Вы, мужчины, так часто говорите, а потом вы можете и обмануть. Ты знаешь, если мне не веришь, поверь следующему артисту. Уж если он говорит, что так случится, значит, так тому и быть. Поэт, композитор и просто волшебник. Встречайте, Александр Шевченко!
всадник наконец стоит. Ну, конечно же. Продолжаем смотреть. Мечтаю, закрыть сейчас еще. Читаю сотни книг, только нет ответа в них. Иду в кино, а думаю одно, а думаю одно. Иду, чтоб не ошибиться, чтоб не пожалеть о том нигде и никогда. Чтоб с пути не сбиться, но как бы не влюбиться, чтобы на Тверской площади как-то нам не особо понравился концерт. Мы мчимся на Пушкинскую площадь, точнее мы не мчимся, мы уже на ней. Как-то так. У меня нет жены, он за это осудит. У меня нет жены, и, наверное, не будет. Ходят гости, друзья, навещают подруги без коры с нольда. Будет все как в сказке в этот раз.
Большой театр издалека. Ждем салюта, салюта все нет. Время уже 22:20, салюта все нет. Ну как так? А где салют? Так, взрывы идут, но салюта не видно. Так. Ленин на ворот. Все, салют сорвали. Дыма много. Нет дыма без огня, где огонь? А время уже 10:30. Дождались. За Лену, держись. Удержись за Лену. А мы что будем посмотреть, что ли? Блин, ну вообще отлично. Скудненько как-то. Мы из дома могли. Повыше-то нельзя. Вот так мы и провели день города, 7 сентября. На этом все, всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание, аривидерчи.